Вчера, 24 февраля, подразделениями воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины достигна договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивный фон в районе АЭС в норме. Персонал станции продолжает обслуживать объекты атомной электростанции в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.